Ни одного ни знака, нифига. Именно отсутствие предупреждающих знаков и ограждений на ремонтируемом участке стало причиной того, что малолитражка ушла под воду, считает хозяйка Матиза. Повреждения значительные. Теперь не работают фары, передний и задний бамперы в месте удара треснули, на всем правом боку внушительная вмятина. В салоне стойкий запах затхлости. Прошел только дождь, вода с асфальтом слилась. В общем, такое было впечатление, что на асфальте просто вода. Проезжаем, машина падает. Машина падает полностью колесами на бок. Чуть не перевернулись. В этот момент в салоне авто, кроме самой Ирины Азолиной, находились и двое пассажиров. Ее сын и крестная мать ребенка. Мальчик до сих пор помнит произошедшее в мельчайших подробностях. Я испугалась. Потом моя крестная вышла, а ей была вода по пояс. Подошли работники дорожной службы и начали просто смеяться над нами. Матюкались, говорили, что мы не правы. Не получив помощи от дорожников, женщина вызвала эвакуатор и уехала с места происшествия. Но этого делать все же не стоило. Надо было дождаться инспекторов и оформить ДТП, сообщили юристы. Но хозяйка утонувшей машины все же может добиться от нерадивых дорожников компенсации за ремонт машины и возмещение морального ущерба. Можно сначала написать претензию им, то есть ответчику, если тот не захочет добровольно возместить ущерб, тогда обратиться в суд. Если сумма ущерба минимум 50 тысяч, то есть обращается мировой суд. Если свыше 50 тысяч, федеральный суд. Подрядчик, ведущий реконструкцию дорожного полотна, обязан заранее заботиться о безопасности автомобилистов, выставить предупреждающие знаки и оградить место проведения работ, уверенно заявили эксперты. Владелец пострадавшей машины может привлечь в качестве свидетелей не только своих пассажиров, но и водителя эвакуатора, а также предоставить в качестве доказательств фотографии и видео, снятые ею. Суд, скорее всего, станет на ее сторону, считают законоведы. Татьяна Каранаева, Василий Киселев, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.